Вам не нужно играть в Джуманджи, чтобы встретить самых необычных животных в самых удивительных местах. Именно об этом наша сегодняшняя подборка. Сейчас вы испытаете целый диапазон эмоций от страха до... Уходи! Давай, давай, уходи! Давай, уходи! Уходи отсюда! Пошел! Нам даже как-то жалко этого мишку. Паническая атака начнется через 3-2. Так близко подобраться к северному оленю почти невозможно, так что смотрите и наблюдайте за миграцией этих красивых животных. А теперь уезжайте и молитесь, чтобы это животное весом в 5 тонн не развило скорость 40 км в час. Нет, он не подходит ближе. Нет, он не... Не думаю. Слон не сдается, парень совсем не рад нас видеть. Да-да, о! Пригнитесь к забору, пригнитесь к забору! Кто теперь скажет, что не любовь быков к красному — это миф? Вот у нас проблемка. Он повернулся. Я отъезжаю, отъезжаю. У меня это в первый раз. Медведи явно не боятся высоты, но они могут бояться лестниц. В общественных туалетах можно увидеть немало странных вещей, но с этим мало что сравнится. Куда эти бизоны так спешат? Кажется, они хотят вежливо отказаться от ужина с Акеллой. А вот Шерхан пришел как раз к ужину. Невероятно! Если у вас нет 9 жизней, то так близко увидеть крокодила вы можете только в этом ролике. А ваш кот такой же невежливый, как эти гепарды? Один из них даже помог парню, он защитил его от ветра. Вот совет, как вести себя, если поблизости находится горилла. Между прочим, специалисты говорят, что такое бормотание говорит о мирном расположении животного. Хочется им верить. Вот так, потому что ты задел вон там канал. Этим парням повезло, ведь гиппопотамы – самые опасные животные в Африке. Не верите нам? Очевидно, этот каякер не видел документальный фильм «Гринда», иначе он бы уже был на берегу. Этот мужчина очень хорошо знает, как пользоваться палкой. Это животное хотело купить в магазине Малайзии новую пару штанов. Наверное, это самый экзотичный покупатель в этом торговом центре. О боже мой! Увидев, как этот гигант исчезает в траве, мы на месте этих людей лучше бы прошли пешком лишний километр, чем сократили дорогу по траве. Подойди поближе, еще чуть-чуть. К счастью, эта конструкция такая же прочная, как и нервы их гида.
Когда на вашу машину нападает самая опасная птица в мире, все, что вам остается, молча оплакивать потерю своего авто. Нет, это не трейлер нового фильма франшизы «Планета обезьян». Это реальные кадры, снятые в Лапбури, Таиланд. Здесь приматы так привыкли, что их подкармливают туристы, что когда в 2020 году поток гостей иссяк, обезьяны стали нападать на местных жителей и забирать их еду. Можно многому научиться в плане самоконтроля у этого бронированного титана. Мы нашли последователя Николая Дроздова. Прямо сейчас, американский крокодил. Мы видим, какой он невероятно длинный. Ух ты, это было круто. Когда хочешь утром сделать кофе, то встретить лису на кухне ты ожидаешь меньше всего. Неожиданная встреча, но очень интересная. Давай, 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 давай. Вот, держи. Хороший мальчик. Вам не кажется, что эволюция превращает потомков грозных динозавров в пушистых щеночков? Этот способ входит в топ-5 лучших вариантов начать день. Среди пассажиров этой лодки будущий режиссер фильма про анаконду. Приятель, скажи пока. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. И на сегодня это все. Подписывайтесь на канал «Профессор Гуглов» и смотрите другие наши видео.